Всем привет, с вами я, Вадим Сена. У нас продолжение игры Far Cry. У нас бутылочный эпизод. Погнали. Отправляйтесь на вечеринку, музыка доносится из церкви. Там. А церковь где? А, там. Идем на классный бит. Ты где там, чудик? Музыка доносится из церкви, надеюсь, скучно не будет. Че, прям в основные двери? Ну, не заходи. Давай, засранец мелкий, пойдем танцевать. Бичо не танцует, твой. Чего? Нахер иди. Все танцуют. Ну вот, видишь. Пойдет танцевать, но только под твою мать музыку. Vamos a bailar! Эй, que bola! Как говорить, диджей? Си, вот это поставишь? Моему другу надо взбодриться. Дале! Давай. Давай, танцуй, где ты там? А, вон он ползет. Танцор великий. Я танцую, охереть! Без музыки. Да нет! Выпить из бича, что может быть пойти не так. Алкоголики собрались. Так лучше. Бичо? Да где же ты, жопа с дредами? Ты меня бросил тут, что ли? Там драка. О, черт! Телефон! Дани? Эй, куда ты делся? Дани! Бичо, хома мерда. Где ты? Там что, медведь? Тут рядом, ну, очень большой пес. Это что, пес? Корова? Где ты нашел корову? Он очень хороший. Любит целоваться. Никуда не уходи. Я тебя найду. Да, корова. Найди бич, мне не послышалось. Это была корова. Ферма есть к западу от Сегунды. Как у нее сессу? Привет. Нет. Я уже забыл, как вызывать машину. Да едь давай. О, черт. Блин. Что за херня? Бичо. Тебя будут звать Дани. Бичо. Дани. Соль, блин. А то рассердик. Вернитесь в город вместе с Бича. А как ты стал повстанцем? Где? Ну, в Либертате. Клара тебя, ну, проверяет? Да, Бичо. Заставляет каждый день вставать в 4 утра. И отжиматься. Что? Да, 1000 раз. Если остановишься,
Ее друг Хуан бреет тебе зад и порет. А если тебя стошнит, заставляют решать примеры. Моя лосингада. Примеры? Не, херня. Полная хрень. Товарищ, ты гонишь. С каких пор тебе захотелось по... Что за черт? Ах да. С каких пор тебе захотелось в повстанцы? Ай, не важно. Забудь. Я разрисовал каждый билборд в Яре. Не могу видеть наши старые граффити. Такое чувство, будто в сердце насрали. Артюхана. Вот красота. Как мне... Эти билборды... Вы серьезно? 769? Да ладно. Все, ни одного не осталось. Точно? А сколько? Сколько ты изрисовал? Ну, минимум сотню. Класс! Выпьем? Таня, я должен услышать их голоса. Мне срочно нужны Максимас Матансас. Хочу, чтобы я из города их слышал. Слышь? Тогда, Бичо, мой пирожочек, время показать, что могут настоящие повстанцы. За мной. Да, вперед. Пошли. Изгоев. Глаза привлеченного бронза. Тихо. Допуски для гражданского лица. И все. В Сигуне объявляется комендантский час. Класс. Hola. Qué vuelta. Qué vuelta. Это вот здесь вот. Слушайте, речь президента Кастильо. Я хочу сказать несколько слов о лидере террористов Либертад Клари Гарсии. Она притворяется одной из вас. Но знаете, так вот, твари. Это ложь. Она не только берет деньги миллионов янки. Она родилась в роскоши. Ну, где-то здесь, но что-то не могу понять. Так-то лучше. Здорово. Так, это пригодится. Здесь
Здесь еще одна штучка. Уведомляем приказ об устранении изгоев. Собрать. Где-то вот здесь, вот оно. Давай, вот. Херачил в эфир, бичо. Пусть вся секунда зажигает. За либертад! Я слегка украшу кабинет Марии. Оф, и знаешь, чего не хватает этому свинца и огня? Спецназ ФНД, секретный рапорт, совершенно секретный, кому министру культуры Мария Маркеса. Местонахождение рэп-группы Максимус Монтанзом Талия, Беневидес Пауло де ла Веги и Бичи Дуарте, полное имя неизвестно, разыскивается за терроризм. Последние данные, мы полагаем, что цель находится в провинции Баларавас, Баласерас. В течение 24 часов будут задействованы сухопутные войска. Вот он приказ о захвате или уничтожении цели на месте, в случае, если они окажут сопротивление. Бичи Дуарте, по нашим данным, нелегальный иммигрант. Пауло де ла Вега опознан как бывший военный, вооруженный, очень опасный. Его отец служил унтер-офицером в академии. При обнаружении вот он приказ не приближаться. Один, два, три. Ты все? Офигеть. Подошло? Ты там долго будешь? Давай быстрее. Пока двойка. Я не отказусь от своих слов. Если я, Эль-Президент, то и вы, Эль-Президент.
потише там! Нильс. Я работаю. Чего? На, отлично. Да, да, что надо. Ты проломил? Дали, Павлу. Все? Да я скучаю. Все? Надо идти. Да в жопу этот хлоп. Тогда валим отсюда. Да, валим. Я чего тут зависать? О чем речь? Я про тебя. Но сам подумай, ты добиваешься всего, чего только захочешь. Люди видят во мне неудачника, а в тебе новое божество Яры. Нет, люди видят другое. Да ты гонишь. Нет. Люди видят это и все. Но мне плевать. Да, потому что ты крутой. Знаешь, до Либертад у меня было два лучших друга, как у тебя. Лита шутила, что мы для Яры всего лишь числа. Я был 13-м сиротой в школе потерянных в Эсперансе. Затем кадетом номер 2683. А потом рекрутом 0418... в отряде возрождения Рая Кастильо. Перед смертью Лита сказала, мне повезло. А я, как дурак, думал, да не ты лишь число. Никто. Надо было слушать. Она знала, что я могу стать кем захочу. Пыталась намекнуть, что нужно не ждать, а действовать. Люди видят то, что хотят видеть. Я не число, не чертова пушка. Я повстанец, как и ты. Вот мое оружие, а вот твое. Да, это точно. Я тоже крутая пушка. Гонка такси без лицензии. Операция завершена. Бутылочный эпизод. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был Вадим Сена, игра Far Cry 6. Увидимся в следующей серии. До скорого. Всем пока-пока.